Всем привет! С вами Бартоломео, со мной вместе Дэчима. Я в темном лесу, ты где? Оглянись, там где свет, там и я. Какой свет? У меня все подсвет... А, вот тут ты? Привет! Да, я даже не знаю, как тебя обозвать сегодня. Я Дэчима. Ты какая-то тыквенная летучая мышь. Это как... Это уши лисы, какая летучая мышь, а еще ребят, вот смотрите, давайте вот так вот. Кто видит тут уши лисы, пишите... Я их сам делал, значит, я автор, я знаю, что это, понял? Пишите лиса, кто видит крылья, ой, уши летучей мыши, да это какой-то вампиренок маленький такой, знаешь? Ой, Бубу, почему мы вообще собрались? Давай рассказывай. Для тех, кто не в курсе, скоро будет праздник, который называется Хэллоуин. Страх, там конфетки. Как там? Сладость или гадость? Сладость или гадость? Сладость или жизнь и так далее. Там много вариантов. Да? Хорошо. Вот. И мы решили объявить конкурс. Конкурс у нас будет следующий. Сейчас я вам расскажу. Постараюсь все рассказать правильно. Если расскажу что-то неправильно, читайте на форуме. Можно прочитать подробнее. Да. Да, на форуме будет написано подробнее все и правильнее. Да еще можно замутить темноту, чтобы как бы у нас там этот как видео, там, чтобы страшно было. И маленький слизень тут у нас вот. Животное слизень. Так вот, в чем заключается конкурс? Мы решили вас не мучить, как другие всякие проекты, не будем заставлять вас строить. То есть все строят либо тыкву, либо там, что, я не знаю, зомби какого-нибудь большого. Мы будем делать следующее. Мы решили с Дэчима, что люди будут добывать опыт. То есть вам для того, чтобы победить в конкурсе, нужно просто иметь самый большой уровень на нашем проекте. То есть вы его можете получать абсолютно на любом сервере нашем, вообще на любом сервере, где хотите, где у вас есть доступ, конечно, на тест-серверах не будет считаться, но на всех, где вы можете зайти, вы можете... На серверах было бы слишком нечестно, как по мне. Да, значит, тестеры заходят, такие рисуют себе ГМ-1 и пошли себе этот опыт накладывать. Так вот, и вам нужно просто добывать опыт. Дальше вам нужно это свой уровень со скрином, я не знаю, с какими-нибудь пруфами написать на форум. То есть там заявочку оставить, тоже это будет все написано. И на каждом сервере будет по 3 победителя. То есть, предположим, я получил там 50 уровень, да еще я получил там 400 уровень, и какой-нибудь Вася получил 3 уровень. Получается, каждый из нас получает делюкс, премиум и VIP, ну, в зависимости от уровня. Вот. Дальше это все получат, получается, на каждом сервере по 3 группы. Вот. Да. Участвовать можно сразу на 2 серверах. То есть вдруг ты играешь и на Skylandе, и, например, не знаю, где-нибудь там на Гринде. Короче, если у меня есть много свободного времени, я знаю, чем можно заняться. Да, опыт абсолютно неважно, как вы будете получать. Печками переплавлять, у людей скупает левел и так далее. Все как хотите, так и делайте. Вот. Так, и хорошо. Потом... пойдем, я тебя кое-куда доведу. Сейчас, доведу. А где спаун вообще? В какой стороне, ты знаешь? Да я заблудился. Мы на спауне. Нет, я понимаю. Информации тебе достаточно? Да подожди, в какой стороне спаун? Покажи рукой, я поведу тебя. Ты куда? Ты что, летать умеешь? Я же говорю, летучая мышь. Вот видите, видите? Вот он и подтвердил. Ну, бу-бу-бу. Спаун? Я, кстати, не обращаю внимания. Дэч, мы потерялись. Мы не сможем записать видео. Я потерялся. Вот, ладно, дальше рассказываю, пока мы потерялись, тут будем бегать искать в этом дремучем лесу. Так вот, и на одном сервере, где будет самый-самый большой левел из всех серверов, там человек получит небольшую еще дополнительную награду, вот, которая у меня в руке. Дэч, я нашел. Да нашел ты, я дорогу не показал, ты ПТЧ. Верни, на месте. Нет, ты... Все, я тут. Куда? Там? Куда идти? Вот туда. Все, пойдем туда. Вот. Там человек получит вот такую кирку, которая у меня в руке. Сейчас я покажу, как она работает, что она делает, только мне нужно дойти поближе к спауну. Потому что мы будем ломать спаун. Это крушитель 10 тысяч. Крушитель. Не, на самом деле она по-другому. Так, она лучше. На самом деле по-другому называется, да, она называется Хэллоуинский дюпер. И сейчас Дэчима покажет, что умеет делать кирка. Смотрите, эта кирка, почему мы ее назвали дюпером, потому что если сломать просто блок, давай редстоун,
О, смотри, как сразу. Там, кстати, же шанс есть там разный. Там шанс, да, там разный шанс. Давай, алмазов. Ну, о, смотри, а неплохо. Алмазами повезло больше. То есть на этой кирке у нас будет удача 10, прочность 7, эффективность 7. Вот такую кирку вы сможете получить, помимо того, что получите еще награды Deluxe Premium, все дела, вы можете получить на одном из наших серверов. Интересно, сколько тут алмазов подбили? Да я думаю, что где-то 28. 46. Ну, почти угадал. Почти. Ну, выглядело это как... А Арестона же еще больше выпадает, по идее. Да, это просто пипец. Можно просто дюпать блоки. Просто. Знаешь, как говорят, переплавлять можно там в 4-5 раз. А зачем, если можно просто вот так... даже больше 100к было. О, меткость твоё всё. Что? Пойдем. Я тебе сейчас кое-что покажу. А, тут была мечка твоя. Смотри... Тут готовая пещера для копания. Это я тут развлекаюсь по ночам. Смотри, как классно. Смотри, как классно. Только я в ГМке копаю, поэтому видишь, вот так копается у меня. А у меня вон, смотри, Q4 эссенции. 4, да. На эссенции не работает. На блоке не работает. Ну ладно. Ну блоки, потому что целые блоки выпадают. О, уголь, смотри, сколько угля можно добывать. Вот. Насчет конкурса вроде бы мы все рассказали. Так, подробности все будут на форуме. Давайте еще мы, наверное, подарим пару коробочек. Мы сейчас находимся на сервере Magic. Magic, сейчас, да, не Magic. И сейчас парочку как коробочек. Как будем дарить коробочки? Рандомно или... Ты берешь коробку, ты тпшишься, а я к тебе прилетаю. Я могу сказать стоп. Давай, на счет три. Да. Ну подожди, сейчас я коробку. Какую коробку брать? А какую, какая тебе нравится? Давай, ту и доставай. Какая как, мне нравится? Какую-нибудь ценную давай. Ну, конечно, ты опять с этими красными лисами, тиграми. Да. Это белый как... тигр. Какой белый тигр? Ты о чем? Это вообще? Белый тигр, смотри, у так, него есть давай, хвост. Я пишу ТП, нажимаю тап, говори стоп. Стоп. О, ТП, поехали, ТП Дечима. Алло. Привет. Привет. О, смотри, тут даже плащ похожий на... Это тебе нужен такой плащ, тогда ты точно будешь летучей мышью. Я не летучая мышь, отстань. А интересно, если подойти к человеку и просто вот так вот. Алло! Походу я не крикнул, да? Давай в лаве подплывем. Подплываем к человеку. Две акулы. Сладость или гадость? Человек еще ни разу на бок не посмотрел. Да, человек, ну мы же плывем к тебе. Сладость или гадость? Знаешь, ты представляешь, как это выглядит? Да-да-да, я просто представляю, как это выглядит со стороны. На два админа взяли, приплыли к человеку. Так, сейчас мы ему поможем. Ты даешь коробочку или мне дать? Давай ты даешь коробочку. Только человек, он... Ты ее сжег. Ты красавчик. Ты только что сжег коробку. Я меткий. Ты только что кинул коробку в лаву. Вот. Вот представь, ты приходишь куда-нибудь, и тебе просто берут, и перед тобой в лаву выкидывают вещи. Я представил конкурс. Короче, стоят два админа, выкидывают коробку в воздух, и люди прыгают, чтобы словить эти коробки. Ты человек будет открывать коробку или нет? Не знаю, она задумалась. Или он, или она, не знаю. Скорее всего, ну, она. Вроде это она. Вроде похоже на девочку. Открывай! Открывай! Прям тут! А, там же рулетка, да? Да, там рулетка, я рулетку нажал. Ну, предположим, что она сейчас крутит. Ее крутит, крутит. Давай, давай, давай! Ну! О! Вот, классно, идешь в шахту, короче, а тебе вот так вот. Хоп-хоп. А если бы у нее была кирка, которую мы даем сегодня, это было бы гораздо больше лазуритовой рулетки. Ну, конечно. А? Поехали еще к человеку, выбирай какого-то. Еще к человеку, давай, да. Говори стоп. А, раз, два, 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 стоп. Ха-ха. Попробовал тебя давай. Обмануть, но на самом деле я искал просто грибочки. Там грибы были. Там вон парень убегает от меня. Что ну, вот, вот такие игроки убегают от тебя. Стой! Стой! Привет! Стой! На! Гриб тебе! Раз, и вот два. Только что свежие из шахты. Я их сорвал. Подумает,
парень, ты чё вообще, зачем мне эти грибы? Я не знаю, зачем ты дал человеку грибы, я тоже не понимаю. Но он спасибо говорит. Мне кажется, если к человеку, тэпнуться и дать ему блок земли, мне кажется, он тоже напишет спасибо. Надо это будет провернуть. Эксперимент. Открывай. Наверное, он открывает. Смотри, он смотрит вдаль. О, смотри, как классно, не надо в шахту ходить. Ты говорил, это классная коробка, где классные подарки. Дай мне, сейчас я открою ее. Да. И как обычно, мне выпадет что-то хорошее, и ты скажешь, я тоже прокручу. Админом подкручено. Я вам тоже прокручу принципиально. Так. Так. Не, ну мне тоже, смотри, мне выпало. Мне тоже сталь. А мне железная руда. Все куплено. Ладненько. Давай еще одну где-то запрячем. Ну, запрячем? Последний. Давай. Давай, РТП пишешь, твоя очередь. Да какой РТП? Я сейчас просто где-нибудь, знаешь, что сделаем? Я придумал, я хочу, знаешь, где? Я хочу на спаун пойти. Хочу побежать по дороге. Спид 10. Ускоряющая лента. А я буду так бежать еще быстрее по ускоряющей ленте, чем сам бегу. Смотри, как классно. О, какие-то дома, поселки городского типа. Поселение. Блин, можно было бы еще как в других играх, знаешь, прыгаешь и 360 делаешь. О, у меня получилось. Лол. Прыгну, сделать 360 ноускоп. Ага. Пу! Я блок выкинул. Выстрел из лука и убиваешь Гаста, да? Я два блока выкинул по пути дэйчи. Ну, кто-нибудь их подберет. Так, мы бежим. Мне кажется, это долго будет, да? До конца карты, если я бежать. Я догнать не могу. Да, потому что я бегаю быстро. Смотрите, смотрите, я такой этот полицейский тут стою так. Так, с камерой. А ты прячь блоки в 360. Подожди. Вот, а камера. Эй! А это блок проехал. Ты где? Ты бежишь по дороге, нет? Парень! Я тебя на радарах не успел сфоткать. Вернись! Вернись назад! У меня минус 730. Я вот с камерой стою, у меня тут такая, знаешь, камера, и так пролетел. Не, на самом деле, я только успел запах твой почувствовать, и все. Потому что слишком быстро бежишь. Стоять, документики. Предоставьте. Тут будем прятать. Да, в болоте, прямо вот тут, вот болото. Вот. Ставь сундук. Так, ставлю сундук. Опа. Готово, закладывай туда. Мы кладмены с тобой. Plan completed. Не-не-не, мы кладмены. Готово. Я придумал. Давай, короче, еще вот для тех, кто досмотрит это видео до конца, мы оставим в нашей группе подсказку, скриншот. И так. Координат. Ну не координаты, как подсказку, где еще один клад, который не будет в видео. Давай. То есть вы можете зайти в группу и ждать, там, короче, появится картинка. Будет написан сервер, на котором зарыт клад. И хорошо, примерное это расположение. Это интересная идея. Описание там где. Все отлично. Всем пока-пока. Подписывайтесь, всем ставьте пока-пока. Лайки. Бейте в колокол, там, как говорят, я не знаю, там, сделайте кнопку серой и прочие фразы, которые я там не знаю. Если она у вас красная, нажмите, чтобы она осталась. Обычно говорит, да этим. Смотрите, блок едет. Ехал уже. Да.